А мой папа тоже сложный человек, как дедушка. Ты что, твой папа совсем другой? А какой? Не переживай. Меня, кстати, Егор зовут. Все равно не опоздаешь. Мой отец. Без угроз и оправданий я снег. Не переживай, я растаю на рассвете. Подержи меня в секрете от всех. Грустные люди, мы друг без друга. Представляешь, уехал куда-то. Долго не можем. Совсем обидеть не будем. Стоит представить, что нас не стало. Жизнь под ударом, я под ударом. Не переживай. Зайдешь в гости? Мы талантливые дети. Время нас не словит в сети. Ты ртуть. Но я не боюсь. Я вдыхаю тебя нежно, чтобы скоро безмятежно уснуть. Грустные люди, мы друг без друга. Так это твой отец. Что нас не стало. Жизнь под ударом. Я под ударом. Что? Где вы? Я под ударом. Слышишь? А где ты был? Я ждала тебя. А я тебя нет. Это все? Мы друг без друга. Да. Долго не можем. Я написал завещание. Не видя так, Аня. Ты чем тут? Так он не твой сын, Мишка. Ты не знал. Аня меня ненавидит. Егор, ты дурак. Она жизнь ради тебя рисковала. А ты говоришь, ненавидит. Аня любит тебя. Все это время она ждала тебя и верила, что ты вернешься.